Но иногда приходится снимать и на стройках, на новостройках, и вот там вот приходится подниматься действительно высоко пешком. А результат фотографии, потому что это только есть те снимки, которые только ты сделал. Небольшая зарядка, и мы уже почти на крыше. Занимаюсь фотографией уже лет, наверное, 15 с института. Хотя учился в медицинском, но журналистика и фотография увлекла, и теперь это моя основная деятельность. Из видов фотографий предпочитаю портреты, репортажку, ну и путешествия, в том числе и путешествия по городу, если их так можно назвать. Архангельск – мой город. Я бывал много где в России, жил и в Москве несколько лет, но все равно вернулся в Архангельск. И город, и жизнь, и образ жизни меня полностью устраивают, и другой жизни я для себя вообще не вижу. Мои предки здесь жили уже несколько столетий. Если приехать на остров Бревенник, то там даже можно найти табличку, что это лесозавод, владельцем которого являлись мои предки. То есть на самом деле я более архангелогородец, чем люди с многими русскими фамилиями, живущие здесь. Большинство моих предков жили на севере, поэтому вот страсть к северу и любовь к северу, несмотря на то, что условия жизни достаточно непростые, я все равно север люблю, и Архангельск тоже очень люблю. Затягивает здесь то, что в небольших относительно городах, таких как Архангельск, жизнь все-таки гораздо более человечная, то есть здесь все друг друга знают. Образ Архангельска для меня это город трех таких сезонов – зеленый, белый и красно-оранжево-желтый. Вообще город очень трудно делить на любимое и нелюбимое, потому что либо вот он весь любимый, либо он весь нелюбимый. А для меня все-таки наиболее интересные точки обзора на город – это сверху. Поэтому уже года, наверное, три активно веду тему съемки с крыш. Бывал здесь тоже во все времена года, и днем, и ночью снимал с крыш. И трудно переоценить значение вот этих вот точек, потому что все равно как-то ты находишься вот не совсем в городе, когда ты находишься на уровне даже там 5-6 этажа, не говоря уже, когда ты находишься на уровне там 13-15 этажа, все воспринимается совсем по-другому. Ты перестаешь обращать внимание на какие-то мелочи, у тебя полностью меняется перспектива на город, ты уже видишь его действительно вдаль, видишь форму, видишь реку, видишь облака, видишь, как вот машины мелькают фарами, крыши, торчащие среди деревьев, начинаешь воспринимать все немножко по-другому, город становится интереснее. Я его фотографирую уже, десятилетие, скажем так, и он мне до сих пор не надоел. Хотелось бы, чтобы город жил, город развивался. Я со своей стороны буду влиять на то, чтобы и горожане, глядя на мои фотографии, не переставали восхищаться городом, то есть чтобы они его как-то прочувствовали не только вот их взгляд, когда они идут на работу и с работы, но они понимали, что этот город, он выглядит вот так, как вижу его я. Выглядит он красиво и необычно.